is all that I need to lift me from my misery. My worries would end if someone would send the right kind of love to me. Что ты на это скажешь? Босс, я же всегда как вы. А вы что скажете? А я скажу, что вы тут без меня погуляли, видать, по буфету. Повели, понимаешь, родной Чикаго до ручки, раз уж к ответу вас требуют. Нас? Ну, не меня же. Ты читать-то умеешь? Умею. Это я говорю плохо, а читаю хорошо. Я когда уезжал, тут что было написано? Тут было написано, чикагцы, понимаешь, свой выбор сделали. А я вас все в помощники выбрал. Видимо, ошибся. Вот народ меня и поправляет. Народ ведь не фраер, он правду видит. Недоволен он вами, обижен. А я против народной воли не пойду, так значит. И передай братве, понял? Придется мне вас, понимаешь... Чего? Того. Кого? Завтра ему решу. Так что будьте, как говорится, готовы. У нас все дома. Чего? Пароль такой. У нас все дома. Отзыв. Не узнал, что ли? Да узнал, потому и спрашиваю. Может, тебя уж пускать нельзя. Ну, отзыв, давай. А у нас не все дома. Ну, правильно. И что же, даже не намекнул кого? Нет. Кошмар какой-то. А я гостей на пятницу назвал. Что ж, теперь не отменять, что ли? Ну, зачем отменять? Пусть только на всякий случай в черном приходят. Ну, мне тут, конечно, бояться нечего. Я у вас человек новый, незамаранный. Да? А корреспондентов кто украл? Так я же их сам и потом и выкупил. Ага. За наши деньги? Да нет. За свои. Откуда у тебя свои-то, ё-моё? Откуда? Да понятно откуда. А ты чё улыбишься? Чё ты улыбишься-то? Я бы на месте босса тебя самого первого бы замочил бы. А за что? Слишком много знаешь. А ты наоборот, совсем ничего не знаешь. Но это же еще не повод, чтобы, как вы выражаетесь, мочить. А вот это ты ему расскажешь, если, конечно, успеешь. Уже по всему городу висят. А тебе-то что? Это ж его банду капету, не твою и не мою однозначно. Пока. Ты что уже, пошел, что ли? Я говорю, пока не твое. С ним покончат. За нас примутся. Ты правда такой близорукий или прикидываешься, а? Кто близорукий? Я? Да я вообще, я ураган, ты понял? У меня папа снайпер вообще. У меня в детстве кликуха была, знаешь какая? Робин Гуд, понимаешь? Вот одной стрелой все кошмар. Наспор с трех раз попаду, понял? Тоже мне Робин Бобин. Франкенштейн, ядрена вошь. Пацаны, он меня немцем обозвал. Все, иди сюда, ты труп. Понял, ты труп, все мужики, вы все слышали, он труп. Иди сюда, сахатый, рогатый. Я тебя мучить буду, понял? Фильтруй базар, курчавый. Но вместе надо держаться. Вот так вот. А ху из ху по нации. Потом разберемся с каждым. Мали. Спасибо, что пришел. Разговор есть. Валяй. Приструни ребят своих, кто оборзели в конец. Не, ну конечно, дерут со всех три шкуры. Нам ничего не остается однозначно. Ну что это? Договорились ведь, жить по понятиям. А твои беспределы развели. Из-за них и на нас уже косо смотрят. Скоро слово «бандит» ругательным станет, ну так же нельзя. Или ты им уже не указ? Ты лучше братца своего укороти, понял? А с моими я и сам разберусь, без вас.
Так-с. Это уж что ли шлепнуть? Нет, тогда этот в силу войдет. Тоже плохо. А если обоих? Тогда эти вон голову подымут. Хлопот не оберешься. Может, всех сразу? Ну, а с кем тогда работать? Новых набрать? Так они, понимаешь, пока насытятся, сколько времени пройдет. Нет, всех сразу нельзя. Надо одного кого-нибудь. Или двоих. Пора. Ладно, по дороге решу. Куда камеру ставить, босс? На пол. Я в том смысле, как снимать? Так, что все, понимаешь, увидели, кто в доме хозяин. Общий план с наезда. Еще чего, наезжать я сам буду. Мотор. Мотор идет. Начали. Вот так вот посмотришь на вас. Вроде авторитетные все люди, особенно, понимаешь, со спины. Осуетитесь, беспредельничайте, народ против меня настраиваете. Все, пора наводить порядок. И я его наведу прямо сейчас. Ну, кто меня не уважает, два шага вперед. Вперед уже некуда, босс. Может, лучше назад? Разговорчики. Вроде авторитетные люди. Осуетитесь, беспредельничайте. Народ против нас настраиваете. Пора, пора наводить порядок. И мы его наведем. Мы его наведем прямо сейчас. Вот так-то. Неприкасаемых у нас нет и не будет. Всем спасибо, съемка окончена. Уберите камеру. Я сказал, уберите камеру. Вот. И учтите, это я в последний раз. Больше холостыми стрелять не буду. Все. Босс, а кассира, кажись, потеряли. Да? Не, ну это пиротехники виноват. Оклемается. Ну чё расселись-то в натуре? За работу, братва, все. И запомните, нынешнее поколение чикагских людей будет чисто конкретно, понимаешь, жить при бандитизме.